Всем привет, с вами Петрович. Сейчас я вам расскажу такой прикол, как мы денежку на корпоратив собирали. Подходит старший и говорит: так и так, скидываемся мы по 700 рублей. У нас именно примерно человек 20, может быть побольше. Но суть в том, что едем мы в обед, начали в столовую, а в столовой нас кормят достаточно неплохо. Первое, второе, шведский стол, три первых, три вторых. Вот, чай, компот, три в одном, кофе, просто кофе, все, что хочешь. Вот. Ну и значит, покушали мы, приезжаем назад в офис. И значит, нам дают пиццу, там какие-то пироги. Вот. Ну и как бы, кока-кола, квас в банках. И вот, собственно, весь корпоратив. Ну, на самом деле, я был немножко возмущен, потому что, блин, 700 рублей. Ну ладно, это, в принципе, еще не все. Проходит пару дней, к нам приходит, ну, коллега, скажем так, и говорит: ребят, надо скинуться еще по соточке, потому что трое человек, может быть, больше, я не знаю, отказались от корпоратива, так сказать, лепту свою не вносили, и, видимо, где-то вот дебет с кредитом не сходится. Вот, то есть надо скинуться еще, ну, конечно же, по желанию, там, кто хочет, кто не хочет, как бы, но желательно как бы. И вот, образно говоря, а кусочки пиццы нарезали таким образом, знаете, они такие порционные, как бы, на один укус. И вот я где-то съел где-то три маленьких кусочка и выпил стакан колы. Все это, блин, ребята, 800 рублей. Понимаете, у нас даже в моем городе, в Якитории, ну, я не знаю, на 800 рублей, в принципе, знаете, ну, я уж не шикану, как бы, но, извините, это будет явно там не три укуса пиццы, там, или там каких-нибудь там три ролла, понимаете? То есть, ну, какие-то нереальные порции. Ну, собственно, и обстановочка будет, наверное, посимпатичнее, нежели чем в офисе сидеть. А для понимания, чем кормят нас столовой? Нам ежедневно выделяют энную сумму денег. А на эту сумму денег ты можешь потратить на обед, завтрак и ужин. Этих денег, в принципе, хватает. Не в принципе, а хватает. И даже еще остается. На остаток ты можешь взять кофе, кексы, все что угодно, все что есть в столовой, ты можешь на это потратить деньги. Вот. Ну, кроме как обналичить их. То есть этого нельзя. Ну что обналичить, там какие-то 10 рублей, 20, как бы, проще взять какую-то вкусняшку на эти деньги. И для понимания, была селедка под шубой, потом уже на ужин, после этого корпоратива. 100 грамм селедки стоило порядка 30-35 рублей. То есть на 350 рублей можно было взять килограмм селедки под шубой. На ужин я взял две порции. Много селедки я не съем, но грамм 300-350 с натяжкой, плюс еще там пару сока, пару компотов. Итого, если посчитать, ребят, ну 250 рублей, в принципе, понимаете, это чтобы объесться просто до отвала. Понимаете, а тут, блядь, 800. Просто 800, три укуса, блядь, пиццы и стакан кока-колы. 800 рублей. И, в принципе, эту пиццу делали в той же самой столовой. И знаете, была бы там эта пицца там с таким количеством начинки, что, знаете, что там можно было пожалеть, там, типа, зря я не остался на корпоративе, пошел в столовую, потому что я прогадал. Нет. Потому что в пицце было одно тесто. Поэтому, ребят, как-то так. Да, кстати, оливье в столовой стоит у нас 20-25 рублей 100 грамм. То есть можно было найти 500 рублей. Там я не знаю, сколько килограмм этого оливье можно было взять. Целый тазик в общагу принести, понимаете? Поэтому как-то так. Я возмущен до предела. Красивая у нас елочка. Это крайний север. Не на каждом дворе такая елочка еще, кстати, есть. Обожаю Сабету, я прям люблю ее.
А работать здесь, кстати, одно удовольствие. Вот. Так что, ребят, корпоратив корпоративу рознь. Это был первый корпоратив, где я полностью оплачивал. Обычно все это оплачивали работодатели. Редкие организации оплачивали 50 на 50. Но здесь, извините, мы оплачивали полностью 100%. Поэтому, ребят, как-то так. Все, ребят, спасибо за внимание. Не забудьте подписаться, поставить лайк, лайкосик. И написать ваш комментарий, что вы по этому поводу думаете.